Добрый вечер. Хотела бы услышать ваши пожелания конкурсантам. Удачи. Это все? А как вы боретесь с волнением? Вы наверняка в начале своей карьеры волновались, когда выходили на сцену. Что бы вы могли посоветовать конкурсантам, чтобы не волноваться? Я никогда не волновался. Никогда? Я дома на сцене. То есть пожелание ваше, будьте дома, как на сцене, как дома? Ну, это, наверное, у каждого свое там. Я уж не знаю, как у них получается. Я не волнуюсь, когда выхожу на сцену. Я волнуюсь только за людей, которые меня слушают. Это в том случае, если у меня аппарат не в порядке. А так, нет никаких волнений. У нас бурановские бабушки. Я рада вас приветствовать на новой волне. Спасибо, мы тоже очень рады, что вы оказались здесь. У меня такой вопрос. Все конкурсанты волнуются перед выходом, очень сильно волнуются. Кто как успокаивается. Вы были на Евровидении. Волнение было, наверное, зашкаливало. Но вы вышли, выступили, и было все прям вот на 10 баллов. Как это вы сделали? Какой секрет? Ну, мне кажется, нет, выступление без волнения не проходит. Mm-hmm. Волнение, мне кажется, как раз помогает выступлению, потому что вырабатывается какая-то дополнительная энергетика, при помощи которой можно завоевать внимание зрителя. Откуда у вас энергетика в таком возрасте? Оттуда. Оттуда. Звезды. Звезды. Самое главное – это не терять внутреннего составляющего, никогда не изменять самому себе. И несмотря на то, что многие критикуют, многие пытаются посоветовать и с любовью советуют, нужно принимать это через раз. Самое главное – оставаться самим собой. Сегодня второй конкурсный день. Ребята очень волнуются, потому что у них дуэт со звездой. Пожелаем им удачи. Была не самая популярная песня, возможно, потому что зал все-таки он начинает хлопать с первых долей песни, когда он ее знает. Песня «Ангел мой» она не настолько популярна, как другие песни Виктора Дробыша. Вот, поэтому я, честно говоря, на зал не очень-то и рассчитывала. А энергетика непосредственно Владимира Преснякова, она настолько мощная, что он как-то так меня в свои мужские руки взял, и, в принципе, все прошло достаточно гладко, без каких-то форс-мажорных ситуаций непосредственно в процессе исполнения песни. В общем, здорово. И мне понравилось, я получила удовольствие. Это самое главное, по-моему, для артиста. Но вопрос о том, что Саша будет одета в какой-то другой цвет, кроме белого, такого, знаете, какой-то другой, то его просто не было. Поэтому мы сразу решили, что это будет белый, и остановили свой выбор не на каком-то платье в пол там. И здесь не хотелось драмы, здесь хотелось легкости, да. Красоты вот, девичьей, вот этой вот молодости Санечкиной, Санечкина таланта. Поэтому это костюм, юбка, топ, какие-то металлические элементы, которые делают вот ее чуть больше, чем нужно. То, что, собственно говоря, нужно для каждого артиста. Для такой истории, конечно, сложился. Еще как сложился, потому что, во-первых, была проблема изначально с тем, что это было не в той тональности, мы за секунду это все переигрывали, потом у нас не было времени на репетицию, мы сделали это отдельно, и поэтому я считаю, что очень сложилось. Я вообще научила играть очень много. Вижу, что ж мы лишь твои мечты, и тихо падаем.
всегда просто было и настолько профессионально, если брать Абрама, он мне помог очень. Вот сейчас я поняла, что такое профессионализм, потому что его поддержка, она настолько чувствовалась. Не тот случай, где вот прикрыть участника, да, наоборот, он мне как-то помогал, за что ему большое спасибо, благодарна. Я считаю, что у меня очень шикарный дуэт, и все сложилось, хотя нельзя так говорить, но я довольна выступлением. Конечно, мне было обидно, что Агутин немножко недооценил наш дуэт, но ничего. Главное, по моим ощущениям, я знаю, что я выложилась, и это было хорошо. Девушка на шаре, летай, руки в варенье, и дай им на край. Мне часто снилось, что она станет птицей, взлетит и будет в синем небе кружиться. Все, что было, больше не повторится. Мы репетировали только пару раз, честно, мы даже не коннектились на сцене, но нам главное физически это было отработать, даже забыли про артистическую тему. И так получилось, сегодня вот вышли, это получилось так, как будто мы, не знаю, репетировали, наверное, хотя бы 2 недели, да? Говорят, да, то, что да, это было очень круто, я кайфанул, я спросил у Рамади, ты получила кайф? Он говорит, просто великолепно. Подумали сразу о том, что будет круто в дуэте спеть в черно-белой гамме, потому что это всегда смотрится эффектно. Читаются два человека вместе очень хорошо. И поэтому мы предложили Ромаде самой вариант черно-белый лук. Усложненная задача, потому что я пою не с одним человеком, а с целой командой. Я пою с Jukebox Trio и с Miss Sound Day. Получается, у нас 5 человек на сцене. К сожалению, было очень мало времени для репетиции. Мы смогли всего лишь один раз пройти нашу песню. Мы не до конца понимаем, как мы звучим вообще в ушах там у друг друга. Но главное, мне кажется, донести эмоцию. И ребята в этом, они профи, они классные. Спасибо им большое за то, что они меня поддерживают. Надеюсь, что будет классный номер. Что сложился дуэт, и это происходило очень быстро, потому что мы репетировали только один раз. Сегодня перед концертом с утра. Так что, если как-то что-то не складывалось, так что это не было бы хорошо, но все было хорошо. Как-то друг друга сразу как-то поняли. Неважно, сколько времени у нас осталось, мы оба знали, чего мы хотим. Я уже понимал, что она, в принципе, готовая артистка, и это было... Спасибо. Это было очень приятно разговаривать с человеком, который понимает, о чем речь. И поэтому одной репетиции, в принципе, было достаточно. Большой комплимент Интерсу Бусулису, потому что... Это прекраснейший партнер, который мало того, что до конкурса выходил активно на контакт, мы обсуждали песню, мы согласовывали фонограмму, тональность. То есть для меня не было сюрпризом это сегодня утром на репетиции. Плюс, когда он прилетел, он согласился встретиться со мной на 15 минут, прорепетировать, разложиться. То есть когда мы выходили на сцену вчера на репетиции ночью и сегодня вот уже на концерте, я не знаю, я была уверена в том, что у нас все готово. Так получилось, что просто все совпало. Понимаешь, звезды совпали. По цвету они гармонировали, по звуку, по подаче. Все было просто сделано на высшем уровне. Тихо.
еще в Москве чуть-чуть так отрепетировали один раз. Потом здесь уже на площадке, думал, все будет хорошо. До последнего мы не знали, в чем будет она. И сначала у нее было там такое сомнение, или в голубом, или в красном. И только уже, когда уже отшили костюм, ну, то есть она сказала, что она будет в голубом. Наталья. Но, да, Наталья. Ой, и Наталья, уже на контрасте мы сделали, ну, такой вот костюм черно-белый, и она в голубом. Почему ты делаете? Вы делаете так? Не могу получить. На самом деле они прям перед самым выступлением вот здесь сейчас репетировали. Прям да. Ушко на ушко, и было совсем да, мало и времени. То есть практически не репетировали. Да, практически на день. Да. Мы не знали, в чем Кэти. Вот, Кэти была одета там от известного дизайнера. Мы знали только цвет, да. Что это будет зеленый. И мы с трудом гадали, на какой же это будет оттенок зеленого, подойдет ли он или нет, будет это интересно или нет. Но на самом деле на сцене они смотрят, что интересно. То есть наш герой был такой элегантный, такой мужественный, да, такой вот серьезный. А Кэти была, я говорю, в принципе, для песни и для ее смысла был очень подходящий образ у каждого из них. Правда? И смотрелся очень интересно, я думаю, это... Сосо Павлиашвили, а у него большая энергетика, его очень любят люди, поэтому думаю, что он поделится со мной своей силой, и мы вместе справимся. Первоначально согласовывался все с артистом, но он сказал, что он подстроится под нас, и поэтому нам утвердили наш образ первого сразу, и мы выслали ему, и он сказал отлично. Сделай шаг навстречу мне, ты моя любовь, когда вокруг шумят холодные дожди. Сделай шаг, я обещаю, что вместе навсегда. Мы с Ириной очень быстро нашли общий язык, какой-то контакт произошел. Я думаю, что дуэт состоится, и все будет хорошо, мы не переживаем. Ну, я думаю, что, может быть, не совсем прям как единое целое, но у нее черно-розовое платье будет, и, соответственно, здесь, в общем-то, и нотки черного, и розового у нас есть. Даже дело не в этом, ребята все так свеженько выглядят. Ma tunnen põnevust. Ma olen duettel olnud ka ennem. Заинтригован. Заинтригован. Он пел дуэты и раньше в мюзиклах. Ему нравится в дуэтах это синергия двух человек, такая непредсказуемая химия. Ему нравится, когда он себя видит в зеркале, и там все прекрасно. Вот, конечно, он немножко переживает, потому что в первом, когда он выступал с первой песней конкурсной, он не набрал то количество баллов, которое он хотел. Как мы тоже немножко удивлены, потому что баллы как-то были, скажем так, не самые лучшие. Я считаю, что мы справились. То есть мы думали о том, как выразить эту мысль, мы думали, как выразить вот эту нежность на сцене. Об этом я считаю, что мы это выполнили. Нежность была, любовь была. Было
было непросто вначале найти вот этот симбиоз вместе, но с Эдемией мы сработали сразу, почувствовали это сразу друг друга. И работая вместе, мы поняли, где что-то убавить, где что-то добавить, для того, чтобы получился результат, и я думаю, получился хорошо. Именно эта песня, которая была, сегодня звучала на сцене, для этой песни именно вот этот лук идеальнее всего подходил. И я скажу, что Вальтер преподнес его достойно. Легче петь, в том смысле, что, ну, как бы, Стас уже состоявшийся артист, у него мало эмоций. Он знает эту песню. Он знает эту песню много лет. И лучше нас. И плюс мы, когда смотришь вот на партнера, что он свободен, то есть чувствует себя хорошо на сцене, автоматически у тебя эмоции становятся меньше, и можно уже петь себе в кайф. У нас случилась небольшая заминочка, предполагаемый образ отменился у Стаса, поэтому в ночь перед выступлением, поэтому у нас такая была форс-мажорная ситуация, но она разрулилась быстро, мы нашли костюмы, нашли рубашки, нашли платки в цвет костюма Стаса, поэтому ребята выглядели прекрасно. Он доверяет, потому что сегодня они собираются сделать что-то вроде рока на сцене, потому что они оба выступают в стиле рок. Это будет замечательно. Как похоже по стилистике. Также, опять-таки, повторю, что сказал Дина, им нравится одна музыка, и они очень гармонично будут выглядеть вместе. По стилю, я думаю, что это попадание в 100% абсолютно, и я думаю, что этот дуэт будет очень-очень запоминающимся.